Я попрошу в администрации президента запланировать через неделю аналогичное совещание с администрацией президента. По линии администрации президента у нас очень много накопилось вопросов. Политических, идеологических, кадровых. Тем более скоро референдум. Есть о чем поговорить. Поэтому нужно парламентариям и администрации, да и правительству подключиться, собрать 5-6 вопросов. Надо 2 заседания проведем и их рассмотреть. Согласовать, если нужно. Обязательно на этом совещании нам надо рассмотреть полномочия президента и передача. Заглох вопрос. Сделали несколько шагов и успокоились. Передача полномочий президента, чтобы не нарушая Конституцию это сделать, передача полномочий правительству, местным органам власти и так далее, о чем мы говорили. Ну и проект Конституции. Мы в ближайшее время обсудим его. В целом с комиссией я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции. Поэтому и его надо будет обсуждать, как дальше будем в этом плане работать. И подготовиться. Не то, что вот мы не знаем, несколько полномочий к какому-то органу мы прилепили, Всебелорусскому народному собранию и так далее. А дальше мы не знаем. Пойдем к президенту. Слушайте, ну вы приходите ко мне только с предложениями. Ну и другие вопросы, которые надо рассмотреть. Я еще раз подчеркиваю те, которые находятся в компетенции администрации президента.